Первое заседание нового пятого состава Общественной палаты Тверской области состоялось в областной столице. Ряды общественников пополнили новые имена. В списке приоритетных задач появились новые пункты, ведь общественный контроль должен быть во всех сферах жизни. О своих планах на ближайшие 3 года, именно столько будет работать новый состав, члены общественной палаты поделились с нашей съемочной группой. Повысить гражданскую активность – это, по мнению общественников, самая главная задача. Участие жителей Верхневолжья в социальных, экономических, политических и других процессах имеет огромное значение. Очень значимые направления, связанные так или иначе с социально-экономическим развитием региона и возможностью повысить гражданскую активность и общественное участие в региональном управлении. Мы же понимаем, что если граждане не участвуют в приоритетах, выбранных только региональными органами власти, добиться успеха не удастся. Без внимания общественности не остается ни один важный процесс, будь то проведение государственного экзамена в школах или внедрение транспортной системы. В этом году синие автобусы должны прийти в муниципалитеты Тверской области. Происходить это должно под пристальным глазом общественных наблюдателей, считает член общественной палаты Николай Черников. У нас уже год действует новая, так сказать, система транспортного обслуживания. Мы ее постоянно, значит, вот, наблюдаем, контролируем. Значит, вот. И сейчас второй этап. У нас другие муниципальные образования не уходят. И в дальнейшем, значит, вот, программа хорошо отработана. Надо, чтобы она работала на пользу людям. 2021 год для членов общественной палаты обещает быть насыщенным. Кроме транспортных вопросов, важным событием для региона будут выборы в сентябре этого года. А избирательная кампания должна быть максимально открытой. Обеспечить общественное наблюдение за разными процессами, начиная от единого государственного экзамена в школах, заканчивая наблюдениями при выборах, чтобы на самом деле обеспечивалась прозрачность, открытость. Новоиспеченным членам предстоит еще влиться в работу, а времени на это крайне мало. Также на самом первом заседании путем голосования был выбран председатель общественной палаты на 2021-2024 годы. Им стал председатель общественной палаты прошлых составов Александр Бутузов. За его кандидатуру отдали голоса все присутствующие.